Нравится? Да, я ей сказал, что буду звонить каждый вечер. Прекрасно. Она будет очень рада. Правда? Разумеется. А теперь пора купаться, и никаких возражений. Я с тобой, чемпион. Мы можем принять душ вместе. Чудный мальчик, он так подрос. Вот видишь, Луиса, дома почти никого не останется. Отпусти меня. Хорошо, иди, развлекайся. И за меня тоже. Спасибо. Не за что, ступай. Уже иду. Пока-пока. Пока. Нахалка. Разреши мне войти? Нет. Пусти меня. Сегодня самый важный день в моей жизни. Я начинаю работать. Хочу, чтобы ты была рядом. Позволь мне войти. Ладно, входи. Входи и рассказывай, что ты выдумал на этот раз. На самом деле, сегодня не самый важный день в моей жизни. Самый важный был тогда, когда я познакомился с тобой. Значит, этот второй по значимости. Сегодня дебют Горделя в «Сеньоре Танго». И мой тоже. Ты будешь петь? Что, петь? Да нет. Я дебютирую как его представитель, как менеджер. И хочу, чтобы ты была рядом со мной, Лаура. Ведь все это я делаю для того, чтобы мы были вместе. Пойми, я очень хочу, чтобы ты пошла. Ведь я стараюсь быть достойным тебя, чтобы быть рядом с тобой. Мне необходимо, чтобы ты была там и все видела. Мне нужно, чтобы ты пошла со мной. Ты пойдешь? Пожалуйста. Луиса, ну как я? Как красиво, повернись-ка. Не стоит, повернись, говорю. Нет, Луиса, повернись, я хочу рассмотреть, какая красавица. Ты великолепна. И гладкие волосы. Это мой лучший наряд. Здорово. Свитер очень красивый. Мне нравится. Рада за тебя. Мне пора. Чтобы добраться до сеньора Танго, придется 3 пересадки сделать. Будь осторожна, вечером на улице опасно. Я оставлю открытым черный ход, но ты все равно не задерживайся. Завтра рано на работу. Нет, Луиса, ты не беспокойся. Он выступит, и я сразу поеду домой. Желаю хорошо провести вечер. Развлекайся. Помни, с иностранцами знакомиться нельзя. Но если у него есть импортная машина, и он говорит по-английски, то можно. Когда он будет спрашивать, любишь ли ты танго, качай головой и говори «Yes». Да, значит. А если он спросит, нет ли у тебя сестренки, отправляй его сюда. Ну ладно, пока. Пока, Луиса, пока. Какая красота! Какая прелесть, сеньорита Морено. Вам идет этот костюм. Тебе нравится? Да, и сидит хорошо. Я тебе его одолжу, если понадобится. Правда? Тогда одолжите мне, когда он вам надоест, договорились. У вас пальто тоже красивое. Спасибо. Желаю повеселиться. Всего доброго. До свидания. До свидания. Луиса. Да. Вы так элегантны. Какое красивое платье. Я не собираюсь просить его поносить. И отлично. Оно на вас как влитое. Спасибо. Я хотел напомнить, что Хосефина и Мерседес поужинают наверху. Хорошо, отлично. Да-да-да. А Матео поужинал? Да, поужинал. И спит, как ангелочек. Спасибо, Луиса. Пойдем. Пока. Желаю повеселиться. Луиса. Да, что вы хотели? Сеньор Фабио, это вы. Да. Что, все ушли? Да, все. Остались только Хосефина, Мерседес и Матео, который уже спит. Ясно, хорошо. Вам приготовить ужин? Нет, нет, я не голоден. А если проголодаюсь, сгодится и бутерброд. Тогда я его заранее приготовлю. Отлично, спасибо. Так даже лучше. Приятного вечера. Спасибо. Спокойной ночи. Луиса. Да? Ты прелесть. Да. Спокойной ночи. Пока. Весь дом в моем распоряжении. Жаль только, что мне некого пригласить. Мой Рене! Элена очень подавлена, Хосефина. Я буду почаще приводить к ней Матео. Это должно ее поддержать, помочь ей. Я не допущу, чтобы все вышло, как хочет Альдо. Его желание развестись с Эленой, чтобы жениться на Мелине, просто отвратительно. Хосефина, ну Альдо уже взрослый. Только после моей смерти Альдо удастся осуществить свой замысел.
Разрешите? Входи. Было вкусно? Да. Ты можешь унести тарелки и принести нам чаю. Разумеется, сеньора. Я возьму. Извините. Хосефина, мне кажется, я должна вам кое-что объяснить. Это случилось 25 лет назад, но... Сейчас неподходящий момент, Мерседес. Позже, когда я эту новость переварю, ты сможешь объясниться. И Альдо тоже. Я уверена, что это он был инициатором того, что случилось. Дело в том, Хосефина, что мне будет не по себе, пока я этого не сделаю. Мне перед вами очень стыдно, а я не хочу так себя чувствовать. Знаешь... Чего я хочу? Нет. Чтобы Морена, твоя дочь, гордилась тем, что я ее бабушка. Вот чего я хочу. Дорогой, едем домой. У меня голова разболелась. Милена, я хочу восстановить наши отношения. Зачем ты со мной ссоришься? Ты попусту тратишь энергию. Ты могла бы жить со мной в роскоши и наслаждаться ею. Подумай, и ты поймешь, что я прав. Я сказала, что у меня болит голова. Официант! Дамы и господа, в нашем шоу наступил особый момент. Когда есть талант, никогда не поздно начать. Я в этом не сомневаюсь. И сегодня я имею честь представить вам великого исполнителя, обладающего неповторимым голосом и решившимся начать профессиональную карьеру. Я прошу поддержать его вашими аплодисментами, потому что сегодня в «Сеньоре Танго» для вас поет Игнасио Вальдес, он же Гардель. Прошу, маэстро. Большое спасибо. Спасибо. Roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón con un borrón pintó la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche y aquel buzón carmesí. Aquel fondito donde lloraba el tano, su rubio amor lejano, que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién?
благословения.